Окей, okay, с вами Шумки, мы продолжаем проходить игру под названием Dark Souls Remastered. Как вы помните, мы прибыли в храм сцены, как я понял. А теперь мы ищем с вами... Так, куртка тени. Наш еще разбойника. Мы видели там боссика уже. Сейчас я быстро бездонную коробочку открываю. Закидывать туда все ненужное. Кстати, а мы ж не прочитали, да, что, что дает это все. Тихо. Черного колдуна стоять. Так. Шляпа секретных колдунов Айвенхеймской школы драконов. Они тайно работают над звуковыми заклинаниями и иногда не... обнаруживают себя. Окей. Так, и где там мы оказались? Ага. Ага. Окей, мы оказались снизу. Ну, не в самом, да, низу? Так, да, это там, где две нашумные плиты. Так, этих больше нету или есть? Есть, хорошо. Ну, у нас человечность, поэтому... Ну, у нас фляги есть. Большая душа от важного. Мне бы сначала этого подзорвника убить. Давайте так, наверное, поступим, а потом дальше побежим. Ладно, хороший мальчик. Да-да, постреляй с луком. Так, у нас два варианта. Либо мы идем на босса. Балдарский поножи. А ну-ка. А, я одежду забыл запихнуть, черт. Балдерский поножи. Так, поножи рыцаря древнего королевского Балдера, сделаны из толстой железной ткани. Балдер была родиной короля рыцаря Рэндала. Она была превращена в руины во время посвящения нашего нашествия нежити. Нежити, да, нежити. Так, я не вижу знаков это призыва. Хотя я человек. О, есть. Окей. Пойдем с фантоном. Фантоном. Фантон. Ха-ха! Фантон! Че, побежали? Давай. Помчали. Ай, стоять! А нам нужно еще этого грохнуть. Со мной побежишь наверх, слушай. Там, если что, придурок есть, который камни не кидает. Я думаю, его грохнем с тобой, да? Вот за него я говорю. Давай, нападаем на него. Изи, изи, все, мы с тобой справились, хорош. Ты молодец, я молодец, да, 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 хорош. Все, ты свободен. А, ты хочешь со мной пойти на босса? Ну, побежали. Я чё, я не против. Идешь? Сразу берем. Погнали.
Ой, давай я, наверное, возьму... А, как, пускай будет кольцо защиты, так уж быть. Оно меня спасало много раз, поэтому... Стальное горе. Чё, побежали? Ой, кажется, он на жопу упал. Слушай, давай его добивать. Все, все, изи, изи. Сталь... Хорош, хорош. Хорош. Ну ты молодец. Муа, молодец. Стальной. О, человечный. Спасибо, дружище. Спасибо. Пока. Пока, пока, пока. Давай, давай, пока, 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 пока. Ну, ребят, изи, да? Ну как. А как иначе, типа. Да, просто на изи. Так нефиг делать, убили? Я буду все, короче, костры возжигать, потому что это довольно полезно. Во-первых, мне человечность я могу призвать и на изи забирать боссов. Ну, как только что. Это мы уже третьего босса, которого убиваем, да, подряд. Без каких-то либо проблем, то есть без смертей. Блин, мне там интересно, что за стенка. Может взять все-таки с собой молот? Взорвать там проход. Но я не думаю, что он бы там просто так стоял. Типа, он что-то защищает. Это понятное детям. Типа, я так поступлю. О, 44 тысячи, нихера. Ну, это мало. Давайте, наверное, до 40, хотя... Урон. И защита. Так, пиздона шкатулка. Оружие. Отсюда я, наверное, возьму тебя. Ух ты, копье с эффектом молнии. Ничего себе. Так. Раз. Два. Так, тебя ставим. Туда. Туда. Так, тут остаешься, арбалет, туда. Можешь мне лук себе оставить все-таки? Так, туда. Так, хорошо. Броня. Еще что-то? Все. Ну, кольца пускай остаются. Так, у нас есть с вами 10 тысяч. А может, я что-то могу за них купить? Подождите. А, не могу, ладно, не помню. Мы можем с вами до отправки полутать здесь остальное все место. Все равно для нас здесь уже проблем нету. Ну, там есть мужичок. Я только не знаю, я могу защититься от булавы? Чел, я могу защититься от твоей булавы? Ой. Могу. Тихо. Ну... А, такой, знаете. Потому что, типа, парировать, да, я могу, но я не могу контратаковать. Типа, камон. Серьезно?
Окей. Так, что здесь у нас? Ой-ой-ой-ой. Ау. Я не успеваю. Ни хрена, ты скакун. Ни хрена ты скакун. Опа, рекордовая шапира, да? Там. Так, стоять. Изысканное украшение рапира, любимое оружие, так, бесславного принца нежити Рикардо. О подвиге Рикардо описано в мифических эпосе. Он был рожден в королевской семье, но отправился в непродуманное роковое путешествие. Он превратился в нежить и исчез где-то на севере. А ну, кажется, мы его нашли. Кажись, мы его обнаружили. Вот плохо то, что я его парировать не мог. Ну или я мог, или вопрос, я такой. Так, точно надо не мимик? Нет, не мимик. Так, благословение. Редкое жертвенное кольцо. Таинственное кольцо создано с помощью ритуала жертвоприношения Велки, богини греха. Это пурпурное кольцо встречается крайне редко. Его владелец ничего не потеряет после смерти и будет освобожден от всех проклятий. Но само кольцо сломается. Ну, чем хорошо это кольцо? А, минус все проклятия, ребят. То есть... Так, а как, дружище, к тебе спуститься ниже? А как мне к кузнецу спуститься? Блин, мне нужно еще будет все-таки... Может, все-таки долутаем это место? Я как раз бегаю туда, где тот щелик стоит. Выбью с него... Ну, сходим туда, на мостик. Под мостик. Перепрыгнем это место, а я куплю колечко за 15к. Окей, не все я могу по... Как я так? Я забыл таймер запустить. О, здрасте. А сколько титанитов? Так, предметы, инвентарь. Так. Так, хорошо. Не. Слишком мощно. Так, с кулака их всех. Всех их с кулака. Так, предметы. Так, убрать. Так, выпить на всякий случай. И побежали. Голожопый. Только я выдумал, какое колечко купить. А, да, это ты. В чем дело? Тебе еще что-то нужно? Что же? Так, купить предмет. Блин, можно бомбу купить, слышите? 32 штуки.
Или лучшие осколки. Давайте колечки. Повышать защиту от молнии. Защиту от магии. Мне лучше от молнии, потому что те хери пуляют мне молнии. Так, вперед попробую. Что у нас снизу было? Ребят, что у нас снизу было? Никто не помнит. Ой. А, кольцо точно. Ну все, короче, возвращаемся обратно. Перепрыгиваем эту херню. Нужно у него до конца докупить эти. 5 предметов. Ну давайте бомбу куплю одну. А, стой, я хочу тебе еще кое-что купить. Стой, стой, стой. Поговорить? Больше сказать ничего? Мне конец. Видишь? Мы оба холодные. История конец. Глупое ты создание. Я не глупое создание, как бы, да, 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 да. Стоит. А почему? Длинная стрела. Стоит сотку. Длинная стрела. А, скорее всего, лук, да, нужен? Ладно. There you go, another brave soul. Ой. Почти сдох. Так, осколок титанита. Пипец, у меня уже осколков. Мне, скорее всего, нужно уже тратить деньги на большие осколки. Так. А это у нас... Посрать, ладно. Мы сейчас с вами, ребят, отправляемся в этот... Чубриком. Так, хорошо. Единственное, что боюсь, это потерять твои хэпуся. Ну, не хэпуся, а человечность. Па-пам-пам. Ой-ой-ой-ой. Так, стоять. Кольцо. Полетел. Почему он не сдыхает? Он сдох. А главное, чтобы я не сдох. Так, вот здесь я вот не понимаю. Почему ты не работаешь? Лифт. Или здесь нету лифта? Так, думай, думай, думай. Ля, он тоже пробежал. Меня ж передернуло. А, так, теперь вспоминаем
Куда я там дальше бежал? Сюда, да, кажется? Так. Пам-пам-пам-пам-пам. Так, тут лифт у нас был. Хорошо. Значит, обратно. Готово. Так, хорошо, там колечко вижу. Кольцо с дремлющим драконом. Ой, колечко, колечко. Владелец не... Так, это кольцо тайное носит один скрывающий колдун из Винхеймской школы драконов. На кольце выгравировано... Так, пресносущий дракон в немом оцепенении. Маскирует весь... Так, весь шум, издаваемый владельцем. Вот это хорошо против нападения втихаря сзади. Я бы сейчас на демона напал, но... Ой, чуть не упал. Мне нужно безопасно спуститься. Желательно, по крайней мере. Хорош. Так, сейчас еще этого убью. Чтобы не мешал. Так, я вот вижу, там что-то есть. Но я туда попасть, походу, не смогу, да, сейчас? О, хорош. Ну, блин, но он мне мешать будет. О, ты на этого напал? А, так он там еще не один. Ё-моё. Ой. Вот мне сюда нужно по-тихому спрыгнуть как-то, ну чтоб они меня не заметили. Блин. Такое. Ну, магию я использовать все равно не могу, как бы. Поэтому для меня магия это вообще не варик. Так, а теперь вопрос. Это у меня уже стоит кольцо? Да, кольцо уже стоит.
я хоть туда иду. Пойди туда. Ну, он мне подает идеи, ребят. И по челика не так плох. Знаете. А, нужно было по его, да, стороне? А нет, тут есть тоже. Так, что мне нужно? Мне нужно, во-первых, поставить кольцо, чтобы я мог ходить по воде, потому что снизу там вода. Во-вторых, нужно переключиться на. Готово. Так, обломок титанита плюс прокачка. Душа. А, косам. Видите, по уровню они здесь потяжелее будут. Так, косам. Алебарда с большими лезвиями. Переделана для боя из косы. Можно наносить только резанные раны, однако любое неверное движение делает воина уязвимым. Интересно, если я поставлю защиты. А, ну да, видите, есть ограничения. Готово. А что, ваши атаки не достают, да, до меня? Ха-ха. 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 Все, он два сколько изи. Два сколько изи у нас есть. Можно выбираться. Подождите, это у нас даже уже три осколка. Нужно будет тогда, слышите, в катакомбы вернуться и там тоже заполучить. Душа. А пацану нормально, он ходит. О, ништяк. Он ходит, падает, вздыхает. Сейчас снова поднимется, упадет, сдохнет. Чел нормально. О. А, так это плохой.
Так ты плохой великан, оказывается. Окей. Обломок. Я думал, ты хороший. Так, и... А где кузнец? Я думал, это кузнец, вообще-то. Так, кто-то странно дышит. А зачем я сюда поднимался? Но это падение равно смерти. Для чего? А, подожди, это который вот поднимал цепи, чтобы открыть ворота нам, точно. Окей. Тогда я все равно запутался. О, это ж мои старые души. Здорово. Так, 10к. А как мне туда допрыгнуть, мне интересно. Так, ну туда точно как-то по... Ау. Чем? Туда точно попасть как-то можно. Опа. Опа. Пронесло. Почему стена восстановилась? Ладно. О, смотрите, а это, тут ящерки восстановились. Пока. Ох ты ж, ё-моё. Получай. Я просто сейчас подумал. Еще одна залезла ко мне. Блядь, я поднимусь и убью тебя, слушай. Манать, у меня хп! Чисто рофлим, чисто рофлим. Так, здесь у меня ловушка, да, была. Угу. Помню, помню. Ладно, пойдемте наверх. Тебя кинжал выпал, Фламберг. Нужно все-таки великана убить. Он меня депрессует. Потому что он камни метает. Так, а давайте я повыше поднимусь. А ну-ка, могу я...
О. Ну это просто получше будет, чем я буду в него с лука херячить. Вот ставим его так, чтобы он был у нас между ног, и кидаем. Все. Ладно, еще одну. MLG на скоп. Так, плюс косарь. Нет, минус бомба. Я, знаете, уже подумал, типа, может серию закончить, потом и подумал, бля, а только 23 минуты. Ладно. Апаем уровень. Блин, мне бы и ловкость повышать. Ах, ё-моё. Мне выносливость нужно до... Давайте выносливость до 40 поднимем. Опа, тихо. А инвентарь, оружие. Фламберг. Этот большой меч с волнистыми клинком, и, так, излюбленное оружие скользящих людей, змеев из крепости Сена. Оно сдирает кожу и вызывает, так, обильное кровотечение. Надо на самом деле все попродавать ненужное. А то оно у меня валяется, да и все. Можешь мне с этого длинного стрелять, лука. Давайте я, наверное, два возьму лука. Все, побежали. Побежали, побежали. А, так ты постоянно воскрешаешься? Ничего. Я думал, он типа одноразовый. Зря, походу, я бомбу потратил. Я думал, громила то одноразовый. Оказывается, не, нифига. Ладно, полетели в next этот город. Ран, 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 ран. Еще не выпал, ну и плевать. Ой, полетели, полетели. Блин, я бы еще в темный лес бегал. Ну ладно. Вот эти горгули на самом деле неприятны враги. Горлышко побрызать. О, город. Это next замок. А вот там внутри те, кого нам нужно будет убить. Готово, да, готово.
Изи. Аннар Лондон. Мы прибыли в Анал Ронду. Анал Аннар Лордон. У меня стамина не очень быстро восстанавливается. Я вот не помню. Ох ты ж, ё-моё. Ну, чем они сильны? Ах ты ж. Ё-моё. Побей его. Он здоровый, это не одноразово. Как вы видите, его парировать нельзя. Так, мне хотя бы нужно одного, короче, к себе подозвать. Так. Готово. Ай. Блин, ну их только так убивать на самом деле. Как вы видите, защита у них превосходная. И они сильные. Очень. Их парировать удары нельзя. Что тоже довольно обидно. Ой-ой-ой, зря я, да? Так, провоцируем его на удар. Выпиваем. Замашистый удар, довольно сильный. Нам главное его на щит провоцировать. Да и все. Так, 3 удара по ним. Если так типа смотреть, то сложности не будет. Хорошо, открываем. Так, еще один титанит. Это я уже много. У меня титанита, я уже могу прокачаться. Так, уже время подошло к концу. Ну ладно, давайте дойдем до конца. Нам, если что, туда нужно идти. Но здесь есть у нас костерчик. Его можно лишиться, убив эту вот девушку. Так, хорошо, отдохнули. Таких гостей, как ты, у нас немного. Приветствую тебя в затерянных города Анарлонды, избранный мертвец. Если ты ищешь старую крепость, а выходи здесь и направляйся прямо. Коль скоро тебе избавиться высшей силы, тебе явится откровение. А что будет дальше, зависит от тебя. Усилить флягу с текстусом, который у меня нету. В чем дело? Кто я такая? Что ж, я хранитель за костром. Если бы не я, кто бы зажег пустоводный свет в забытом городе? Превратиться в провидницу, вот мое призвание.
Ну, если что, мы ее грохаем. Да, потом. У королевы паучков мы прокачаем экстаз. Это попозже мы все, конечно, сделаем. Так, сейчас в эту сторону этих убиваем челиков и заканчиваем серию. Бам. О, сразу загрелся. Так, давай. Ты давай, поближе ко мне. Готово. Там просто, видите, еще один стоит. Ну, к нему попозже пойдем. Так, один там, вижу, мимик. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Да ёлки-палки. Ну нет! Bonfire, bonfire. Bonfire. Хотя тут два деревянных сундука. Один деревянный, а другой железный. Так, это не мимик. Мерцающий титанит. А вот это мимик, потому что цепь вперед. Да-да. Алебарда кристалла. Там. Пам. О! Так, владелец этим орудием с длины. Так, древком сочетается топор и копье. А трудно? Для этого требуется сила и ловкость. Алебард позволяет наносить два вида ударов. Выпад, как копьем, и широкие замахи. Однако любое неверное движение станет воину под удар. Нужно его сюда, там слишком закрыто. Помещение. Я понял тебя, приятель. Хорошо. Жалко, что мне сразу с тебя ничего не падает. Лес, 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 лес. Тут у нас закрыто. Сюда мне не попасть. Вообще не скоро. Осмотреть ящий свет. Закрыто волей великого повелителя. Что за повелитель, я... Ну, так, на самом деле, сам не знаю. Ладно, в принципе, все. Мы с вами всех одолели. Побежали обратно. Побежали обратно, ладно. Я отдохну, потом я убью еще этих рыцарей. Следующий... Ну... А, так и вон стоят. Можно сразу слышать их убить. Хотя... Или нафиг надо.
Не, все-таки убью. В этой серии по-быстрому. Давай, 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 давай. Пьем. Нет, минус экстус. Черт. Изим. Да хотя, слышите, можно как делать, смотрите. Агрите его такой. Ой, ё-моё. И как я на кольцо. Бац, бац, бац. Все, считайте, у вас уже есть изи level up. Блин, как поступить? Мы можем ее сейчас убить, но тогда у меня не будет пополняшек эстуса и воскрешения. Ладно. Уровень. А, так я уже мог повысить уровень. Ну, ладно. Ладно, давайте тогда на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Всем пока.